Белгородском районе продолжаются рейды по выявлению нелегальных работников. За 2 недели проверки составлено 103 протокола. Какие штрафы ждут работодателей за наем иностранных граждан без трудового патента? На этот раз специальные группы отправились с проверкой в массивы ИЖС Тавровского сельского поселения. 15 сентября в Белгороде на площадке перед спортивным комплексом Светланы Хоркиной пройдет благотворительная акция «Белый цветок». Присоединиться к ней может каждый, и собранные средства пойдут на помощь детям с редкими заболеваниями. Все подробности узнаем в прямом эфире у организаторов акции. В школе поселка Троицкого Губкинского округа после капитального ремонта открыли малый спортивный зал. Обновить его удалось в рамках проекта «Единой России. Детский спорт». Теперь перед учениками открываются новые возможности. Какие спортивные секции заработают на базе поселковой школы?